предназначение, призвание, долг, цель, все это дхарма. Дхарма означает смысл жизни. Чтобы понять это значение, нужно понять, что мы имеем и духовную, и материальную природу. Тогда все становится на свои места. Дхарма – это четыре опоры. Первое – найти свое духовное предназначение, тот набор практик, которые позволяют вашей душе развиваться. Второе – найти свое материальное предназначение, понять свою природу, кто вы – творец, организатор, лидер или, может быть, наставник, и действовать в соответствии со своей природой. Третье – вспомнить свою великую цель, осознать свое призвание, таланты и устремиться к достижению этой цели. И четвертое – осознать свой долг. Ваши дети, ваши родители, ваши близкие друзья. Нужно четко сформулировать свой долг и после этого отбросить все лишнее, все то, что мешает вам реализовать вашу дхарму.